пир для меня – это опыт, это знакомство с разными коллегами, с приятными людьми. Это всегда что-то новое, и выставка пир мне нравится за то, что вот ты вроде бы пришел и все знаешь, обо всем уже осведомлен, но все равно получается что-то новенькое. Любимый вид выпечки – это, конечно же, пирог. Проще всего готовится, 10-15 минут, все мы запекаем в одной форме. Но это могут быть яблоки, это могут быть сезонные ягоды, это может быть что-то мясное. И самое классное, когда ты можешь это выпечь и сразу подать на стол. Для этого хорошо подходят как раз-таки фарфоровые формы, да, потому что они выглядят красиво и не требуют того, чтобы блюдо перекладывали из одной емкости в другую. А я больше всего люблю круглые формы. Она универсальная, красиво выглядит на столе и одинаково будет здорово смотреться и как пирог, и как какое-то рыбное блюдо, например.